Всем привет, мои дорогие подписчики, с вами я, Сталка.др, и сегодня мы поиграем в DR Survival. Вот как вы видите, это не онлайн, это тяжелый режим. По статистике я уже выживаю 4 месяца, прошел 5000 километров, посещено городов 31 и обыскана локация 321. Так. Здесь, конечно, сложно выживать, не то что в онлайне, когда... Вы можете попросить у кого-то помощь. Так что, ребята, давайте выполним ряд заданий, и мы будем двигаться дальше. Так, у нас еще есть товарищ в беде. Так, дверь. Ну, для этого нам нужен пистолет Макарова. У нас все остальное есть, и мы получим награду антирад. Еще, кстати, я получил фонарь искателя и накупил себе динамо-фонариков. Потому что надо искать припасы. И еще у меня 86% загруженности инвентаря. Так что, ребята, что мы сделаем? Правильно, мы будем выживать. Посмотрим, что мы можем сделать. Я бы сделал себе парочку арбалетных болтов. Но для этого нам надо металлолом. А металлолом искать где... Правильно, где-то здесь. Нет, не здесь, не здесь. Значит, в городе. Будем искать в городе. А пока давайте отправимся заданием. У нас задание находится близко, так что мы сможем спокойно это сделать. На вырубке меня встретил мужик в спецовке. Привет, я тут, бригадир. Тебе вовремя прислали. Участок нам сложный попался в план. Не укладываемся. Готов приступать к работе? Ага, какая работа есть? Сперва надо участок, видишь, там, вырубить. Эй, Васильич, дай вот товарищу бензопилу, он тебе сменит. Помочь? Бригадир принял работу и подозвал меня. Спасибо, без тебя бы еще долго делились. А теперь перекур. Пойдем, пока покажу, какой у нас дальше фронт работы дали. Вот и место появилось. Теперь есть где бытовки сараем поставить. А то мотаемся каждый день со старой делянкой по 10 километров вот туда и обратно. Помоги участок сравнять, тягачи уже скоро кабинки привезут. Помочь. Мы закончили расчистку как раз к прибытию вереницы тягачей с фургонами. Бригадир похлопал меня по плечу, но теперь точно все успеем. Спасибо за помощь. Вот тебе, что положено заработать. Забрай на карту и уйти. Так, мы качаемся, получаем, ну, хоть что-то. Так, я много текста не буду читать, потому что и так очень много. Посмотрим, что здесь. Здесь ничего интересного. Вернуться, поселение к новостям. Задания выполняются быстро. Так, у меня очень много оружия, которое я... нафармил. Так, 50-70. Давайте вот сделаем так. Почему бы и нет? Блин, жалко. У меня хорошо, что есть ответный удар. То есть, да, ответный удар. Так что я смогу спокойно их добивать. Но они сильные, конечно, ребята, потому что коцают очень сильно броню. И я бы хотел сделать броню улучшенной. Но для этого нужны ресурсы. А хотя у меня она есть. Или это она все есть? Ладно. Вы видите, как-то он в защите, у него очень большое уклонение. Так что это очень проблематично. Опа, давай добей, пожалуйста. Блин, это плохо. Но я не расстраиваюсь, потому что поселение я могу спокойно починить. Так, это все. Так, у нас выпали самодельные патроны. Это хорошо. Так, отправляемся сюда, Колпина. Копать руками, уйти. Так, задание мы выполнили. У нас есть еще задание. Товарищ Беде, турбаза, заказ.
Ну, мы сейчас пойдем и будем мочить животных. Так, поговорить. Товарищ беде, забрать награду. Поговорить. Все, ребята. Я выполнил задание. Теперь нам осталось куски мяса. Фильтры у нас есть. Бенцы бы купить. Так, торговец. Давайте купим бенца. Ну, пусть будет так. Так. Все, что угодно вы можете здесь приобрести. Это хорошо. Так. Усиленная форма. Да, у меня она есть. Я не посмотрел. Так. Это все ремонтируем, ребята. Цены дешевые. Я думаю, что это хорошо, то что можно за такие копейки починить все. Ну, есть в этой игре хоть какие-то плюсы. Что нам осталось? Нам осталось заказ жесткое мясо. Пойдем. Так, искать, охотиться. Нет, здесь не выпадет. О, рысь. Так, никого я на помощь не могу взять. Ничего страшного. Блин, вот это самое плохое. Все, и убегаем, ребята. Рысь, конечно, самый такой сильный противник. Так, добиваем их. Опять промазал. Да что это такое? И опять промазал. Ладно. Копим силы. Пока убегаем, так что он сам к нам прибежит. И все. Рысь готова. Разделываем. Так мало мяса, это, конечно, плохо. Так, мастер. Ремонтируем это все. Дельце. Так. Я посмотрю, что я могу продать. Так. Ну, по сути, сделаем так. Все, мы выручили 140 черных рублей. Так, вот. Отлично. Может что-то побольше выпасть. Не, всего лишь 3 мяса. Это плохо. Давайте еще раз охотиться. Если вы хотите как-то быстро это завершить, пробуйте автобой, потому что при автобое у вас как-то показатели, видите, а так бы у меня вышло намного больше износа брони. Так, охотится волк. Давайте все разделываем. Еще один волк и все. То есть рысь. Можно рысь. Все, мы потратили очень много патронов. Но мы все равно еще накупим. Так, вот все. Так, давайте. Получили так нехилую сумму. Так. Продаем это все дельце. Папиросы нам не нужны, сырая кожа не нужна. Это все продаем. Так. 480. Отлично. Мы можем изготовить пистолетные патроны. Давайте изготовим. Они нам нужны. Накупить бы фильтров и бензина. Так, мастер. Ремонтируем это все дельце. Так.
КПС. Все, мы починили. Теперь, ребята, мы что делаем? Правильно, отдыхаем. Но нам надо легкий перекус. Так. И засыпаем. Не, вы знаете, когда вы начинаете игру сначала, у вас, как сказать, больше мотивации продолжать играть. Игра захватывает. Все так. Давайте до конца. И все. Так, что нам осталось? Нам нужно еще немного бензина. Так. Так, 92. И фильтров. Опа. Я, конечно, наварил столько дел. Так, кормим нашего ворона. Что мы делаем при такой ситуации? Правильно. Делаем, так, добыча, да, мы можем добыть лед. Конечно, добываем лед, но нам нужны дрова. Так. Добыча дров. Вот так нормально. Еще постоянно смотрите за износом транспорта, потому что я сейчас уеду, а ближайшее поселение это в Твери. И будет печально, если я это поломаю свой транспорт. При такой нагрузке не советую передвигаться, износ будет больше происходить. Да, давайте потратим. Так, 98. У нас 15 тысяч литров. Так. Делаем пистолетные патроны. Почему бы и нет? И сделаем еще порох. Так. Так, у нас нет, все. Сделал мыло, почему бы и нет? Нет, больше патрон, больше бензина не тратим. И сделаем самодельную пулю. Так, так. Остальные чертежи мне недоступны, то есть компонентов нет, но я передвигаюсь в Тверь. В этих городах очень опасно, но вы знаете почему. Потому что радиация зашкаливает. У меня сейчас с собой сколько фильтров? 5 фильтров. И все. И сколько лекарств от радиации? Ну, получается, чай, но это не учитывается. Так, 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 так. А все, у меня нету лекарств. Есть хлорцистамин, но он, ребята, в последнее время как-то не очень помогает после этого обновления. Поедем в Тосно. Здесь радиация тоже зашкаливает. Давайте посмотрим, что здесь интересного есть. О, сейф. Хорошо, что у меня есть источник света, то есть, как называется, фонарь искателя. Так, попался фильтр. Так, у меня есть пистолет? Да, есть. Мы его спокойно разбираем. Ничего не получили. Так, светошумная граната. Холостой патрон. Разбираем. Пистолетные патроны. Сейф, небольшой сейф. О, вино. Ничего себе. Вот это печально. Уже нету места. А вот такие... Ой, зачем я забрал? Так, 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 так. Здесь пока ничего нет. А все равно, если я выкину
ножей ничего не произойдет. Давайте продадим, потому что у меня очень сильно забивается инвентарь. И смотрите, просто износ транспорта превышен. Блин, мне надо бензин. Если бензина до Твери не хватит, то мне конец. Мне как-то надо урегулировать все. Так, мастер. У меня ничего нет. Ладно, давайте продадим. Так, отлично. Это продаем. Что еще продаем? У меня, конечно, очень много всего. То, что мне не нужно. Ну, как-то жалко продавать. Давайте. Полечим. Так, починили. Задание еще не скоро, торговец. Так. Молот. Да, мне, конечно, не хватает. Так, я посмотрю, что мне не нужно. Давайте скинем все, что нам не нужно. Пусть будет 15. Так. Части велосипеда. Я могу 2 продать части велосипеда. Зачем мне так много частей? Давайте посмотрим. Так, продали. Конечно, это плохо, то, что очень много вещей, которые некуда деть. Водку мы продаем, пускай одна бутыль остается. Веревку мы можем сделать. Так. Вот так будет, пускай. Они только очень много. Хотя бы до 500. Так. Продаем, конечно. Так, у меня 92, а бензин 18 литров. Торговец. Ну, все. 23. Что мы делаем? Отдыхаем, конечно же. Отдыхаем. Выпиваем это все. У нас немного нагрузка спадет. Так. Тушеная говядина. Кормимся. Так, 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 так. Учебный потом. Конечно, разбираем. Делаем макароны. Просто макароны. Так, отлично. И выпиваем. Все. Ребята, мы так сэкономили. Извините, мои домашние питомцы, я не могу вас накормить. И просто уезжаем. Все, спасибо за город. Как это называется, населенный пункт? Ну, пусть я буду Ленинград. Да, Ленинград. И мы отправляемся в Тверь. Эти города я... потом залутаю, потому что если посмотреть, 30 уровень можно и в Твери набрать. Так, здесь что? Ну, почему бы и нет? Бензин, то есть масло мне нужно. А инструменты у меня ржавые просто инструменты. Так что надо их как-то приберечь. Все, это собираем. Отправляемся дальше. Так, выпиваем. Здесь ничего нет. Значит, дверь. Пока что у меня здесь зима. Блин, я доеду до Твери. Очень далеко, конечно.
Нам надо хотя бы некоторые города обыскивать по поводу бензина. Опа. Ну, здесь опасно. Давайте факел возьмем. Все, добыли. Так. Обыскиваем. Отлично, ребята. Хорошо, что у нас есть такой фонарик искателя, который нам дается при выполнении миссии. Опа, мародер. Ну, вот это не очень опасно, так что. Но в ближнем бою он просто чертило. О, хорошо. Мы отправляемся сюда и добьем дубиной. Так, сюда. И все. Отлично, ребята. Получаем от него полезные такие медикаменты. О, фильтр опять. Отлично. Небольшой сейф. Открываем. Сигарета. И резина. Все, ребята, отправляемся вниз, потому что у меня уже потихоньку забивается мой инвентарь. Вы не волнуйтесь, если вы оставили в каком-то поселении лодку или какие-то вещи. Все равно вы в скором времени обретете БелАЗ и сможете спокойно забрать все эти вещи. Все. Ну, все знают, что там-то творится. Наш главный персонаж нашел тряпичную куклу, и у него воспоминания. Ну, здесь хорошие здания такие. Можно спокойно облутать. Но сейчас радиация просто зашкаливает. В Твери я останусь до какого-то времени, потому что, по-моему, 60-й уровень это Челябинск уже получается. Так, хорошо. Наш фонарик искателя. Ну, бомба не для всех доступна, так что это очень печально. Так. О, карты, это. Учебные патроны разбираем. Порох нам нужен. Зачем вообще учебные патроны? Только для добычи пороха и все. Полицейский участок. Бенза, все, мы забрали. Уезжаем дальше. Здесь, конечно, очень трудно выживать. Никто вам не поможет упаковать. Ой-ой-ой. Мы немного осталось, ребята, проехаться. Главное, вы смотрите, когда берете в Твери задание, смотрите, куда надо доставить. Потому что я один раз лоханулся, и пришлось мне от Твери ехать, то есть плыть до Ленинграда, так до Ланца. Так каждый раз. Ой, блин. Зачем я нажал? Надо было автобой. Ну, хотя полезное мясо пригодится. Как у него остался один? Опа. Ну все, он сдох. Так, риски разделываем, конечно, и получаем от них такое хорошее мясо. Так, разделать не получится. Давайте разделываем. Хотя зачем я сделал рубленое мясо? Все равно они. Ешьте, ешьте. Отправим на поиски компонентов.
А волка просто кормим, что ли? Да, просто кормим. Ему пока недоступно. Волчонка я нашел, кстати, в Ленинграде. Так, отлично. Вышний волочок. Немного осталось. Так. Хоть бензина мало выпадает, но должно хватить. Так, 9000 бензина. Конечно, вы знаете, когда если вы один выживаете, это 100 раз труднее, чем с кем-то. Но вы так закаливаете организм. Вы знаете, где хорошее место для выживания. И вот дверь. Наконец-то. Город такой уплотненный, мало дорог, конечно. Все, я дошел до двери. О, Светлана. Так, очень много текста, ребята. Так, товарищ в беде. Ну, здесь так же примерно платит. Так, скупчик. Все. Вещи, которые я добыл, продаю. Так, папиросы. Сигареты не курите. Так, и монеты. Все. Так, мастер. Давайте посмотрим, что мастер может. Репутация. Мне нужна репутация, чтобы прокачать поселение. Я могу создавать костюм химзащиты. Ну, вот это самое топовое. У меня есть костюм химзащиты, она спасает 5 единиц. Она бы мне пригодилась. Ничем не могу покормить, так что... А здесь я могу создать производство пистолетным потом. А, ремонт. Я под... Не то подумал. Ладно, моторную лодку я могу создать и пистолет Макарова. Вы здесь я могу создать, это хорошо. Но мне надо поселение прокачать. Ребята, спасибо вам за просмотр, спасибо за вашу активность под последним роликом. Я очень надеюсь, что наберется в этом ролике хотя бы, ну, допустим, 20 просмотров и где-то 5 или 10 лайков, и выйдет продолжение. И рассчитываю, что в этом году у меня будет 1000 подписчиков. Я очень надеюсь, спасибо вам за все. С вами был Слака Дэй Эр. Всем удачи и всем пока. Видео каждый день.